На уходящей неделе в нашем городе с рабочим визитом побывал правящий архиерей, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. На въезде в город архипастыря приветствовал измаильский городской глава Андрей Абрамченко. Во время посещения архипастырь побывал сразу в нескольких церквах нашего города. Первым объектом посещения стала строящаяся на пересечении проспекта Суворова и улицы Репина церковь Георгия Победоносца. Здесь владыка ознакомился с ходом строительных работ и высоко оценил темпы и качество сооружения храма. Обращаясь к собравшимся, митрополит поблагодарил начальника областного управления МЧС Владимира Баделана за помощь в сооружении церкви. В этот же день митрополит Агафангел осветил строительство церкви Ильи Пророка, что в поселке Южный, и заложил первый камень, фундамент будущей церкви и капсулу с частицей мощей великомученика Владимира, митрополита Киевского, расстрелянного большевиками в 1920 году. 19 сентября в присутствии служителей церкви и верующих иерарх православной церкви провел освящение иконостаса церкви мужского монастыря святых Константина и Елены. Визит архипастыря вызвал в регионе большой общественный резонанс. В мероприятиях с участием владыки приняли участие наместники измаильских монастырей, настоятели церквей Измаильского благочинного округа, прихожане и светские лица. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер». 18 сентября на площади перед зданием Измаильского горосполкома состоялся телемост, организованный местными оппозиционерами и их одесскими коллегами, приуроченный к приезду Арсения Яценюка в Южную Пальмиру. Мероприятие прошло в условиях жесткого противостояния с партией власти. Судя по всему, измаильские оппозиционеры очень хотели устроить провокацию в прямом эфире. Сначала сторонники оппозиции вырвали из рук у одного из активистов бело-голубых фирменный флаг партии регионов и показательно вытерли об него ноги. Спустя некоторое время неизвестный хулиган перерезал кабели электропитания звукоусилительной аппаратуры регионалов, а затем вдруг всю площадь накрыл желто-белый едкий дым. Как оказалось, политические террористы зажгли несколько дымовых шашек. Пришлось даже вызывать команду МЧС, чтобы предотвратить возможное возгорание. Лидер местных регионалов Евгений Пундик под объективами камер сотрудников СМИ сделал официальное заявление. Произошла диверсия против молодежи города, против вообще сути проведения всех массовых мероприятий, которые предусмотрены Конституцией. Нам, грубо говоря, перерезали провод. Или проще, нам перерезали провод. И вы видите, и кинули шашку, это просто для создания информационного повода. Посмотрите, на что идет оппозиция, на какую дестабилизацию. Представители объединенной оппозиции, естественно, отвергали эти обвинения и говорили, что во всем виноваты регионалы. Кто виновен в хулиганских действиях, покажет следствие. Сотрудники милиции в присутствии понятых приняли заявление от Евгения Пундика, который обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать виновных. В этой ситуации ясно только одно. Хуже всего пришлось жителям близлежащих домов и пациентам городской больницы, которым в течение нескольких часов пришлось терпеть громкую музыку, шум и дым. Станислав Тугай, веб-студия «Курьер». В историко-краеведческом музее Придунавья в отделе природы состоялось открытие выставки «Нереальное кругосветное путешествие». Из фондов музея была собрана коллекция чучел птиц, рептилий и млекопитающих. Художники-реставраторы музея Надежда Горбань и Вячеслав Губенный воспроизвели на выставке ландшафтные диорамы, маленькие копии природных зон разных уголков мира. На открытии выставки был аншлаг. Ученики первых, вторых и третьих классов школ 14 и 16 заполнили экспозиционный зал. Каким восторгом светились глаза юных исследователей, когда они разглядывали настоящих крокодила, змей, черепах и пингвинов. Не меньше восторга вызвал живой веселый попугайчик, вокруг клетки которого восторженно толпились школьники. Замечательную экскурсию для юных странников подготовила заведующая отделом природы музея Анжела Диденко. А затем директор музея Ольга Тиран предложила детям сделать привал. И каждый из юных гостей выставки получил из ее рук чай, зоологическое печенье и по грозди домашнего винограда. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер». В понедельник 17 сентября в здании детской поликлиники состоялся консультативный выездной прием 6 детских специалистов Одесской областной больницы. В первую очередь были осмотрены дети и городские, и сельские, которые состоят на диспансерном учете и остро нуждаются в медицинской помощи третьего уровня. В течение всего дня областные медики осмотрели 136 детей. Некоторым из них были даны направления в областную больницу для проведения операций. Родители детей из диспансерной группы получили рекомендации по дальнейшему лечению.
лечению своих детей. Также было осуществлено 2 выезда на дом и осмотрено 2 детей, находящихся на стационарном лечении. Такие консультативные выезды проходят 2 раза в год, весной и осенью. Одесские медики помогают тем детям, родители которых зачастую не могут отвезти своего ребенка в Одессу для специализированной помощи. Оксана Кириленко, веб-студия «Курьер». 13 и 14 сентября на Центральном городском стадионе проходил 4-й тур 2-го круга городского чемпионата по футболу «Народная лига». «Евромода» обыграла «Таврию В» сухим счетом 3-0. «Таможенник» обыграл «Дунай» 4-2. «Украина» выиграла у «Холода» 3-2, а «Ньюстар» у «Медузы» 3-1. Лидеры в игре остались прежними. На первом месте команда «Таможенник», на 3 очка от нее отстает «Евромода», а «Ньюстар» также отстает от «Евромоды» на 3 очка. Однако ситуация может кардинально поменяться в любой момент. Стоит только «Евромоде» 1 раз выиграть у «Таможенника», либо «Ньюстар» у «Евромоды». Судьбу чемпионата решат оставшиеся 3 тура. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».